Меня зовут Алексей Воропаев, я работаю в проекте «Поиск», руковожу группой разработки рекомендательных систем, и в проекте «Техносфера» я являюсь ментором выпускных проектов. Сейчас у каждой команды есть два ментора. Один ментор отвечает за разработку проекта именно в форме продукта, да, так, чтобы это было полезно людям, так, чтобы это хорошо выглядело, как-то было синтегрировано все. И второй ментор, вот, роль которого выполняю я отвечаю за то, чтобы у ребят проект технически развивался, чтобы там были правильные технические идеи внутри заложены. Подсказываем, в каком направлении двигаться, а в каком не стоит двигаться. Ну, например, вот в этом семестре одна из команд делает систему, которая разукрашивает черно-белые фотографии. То есть на вход она берет черно-белую фотографию, на выходе получается цветная фотография. Этот проект запустили на 9 мая в виде приложения в Одноклассниках. То есть уже, в общем-то, там сотни тысяч реальных людей этим продуктом пользуются, при том, что он еще даже не закончен. В общем, это достаточно большой успех. Чтобы сделать успешный выпускной проект, задача, которую решают ребята, должна быть полезна людям. То есть это вот как бы основной критерий. Ребятам нужно понимать, кто будут их пользователи и зачем вообще людям это надо. Поэтому стремитесь сделать крутые проекты, а мы вас научим как.